Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Сельская жизнь». Сегодня мы с вами приготовим пирог «Шарлотка». У меня просто осталось 4 яблока, никто их не ест. И я решила приготовить пирог. Итак, для этого нам потребуется 4 яйца, стакан сахара, стакан муки и пол чайной ложечки соды. Ну и, естественно, яблоки. Но по рецепту нужно 7 яблок. Но у меня 4, будем делать из 4. Итак, замешиваем тесто. Вбиваем сюда 4 яйца. Разбиваем. Сюда же отправляем сахар. Ждать, когда растворится сахар, не нужно. Просто размешаем его с яйцом. Пол чайной ложечки соды. Перемешиваем. Все, мы все перемешали. Получилось вот такое тесто. Оно очень хорошо стекает с ложки. Не нужно делать густое. Теперь на противень. Любую сковородку или маленький листик. Столовую ложку подсолнечного масла. Смазываем противень. Все бока и дно. Теперь берем яблоки и нарезаем их произвольной формы небольшими кусочками сразу в противень, без серединки, естественно. Вообще идеально в этот рецепт брать яблоки с кислинкой. И тогда будет такой контраст сладкого теста и кислых яблок. Очень вкусно. Итак, вот мы нарезали яблоки. Теперь наше тесто. Нашим тестом мы заливаем наши яблочки. Сейчас покажу, что получится. Тесто не очень густое, поэтому пролезет во все свободные места, и яблочки окажутся в серединке. Будет очень вкусненько и красиво. Так у меня получилось. И теперь отправляем в духовку на 20, максимум на 25 минут при температуре 180 градусов. Ставим духовочку. Температура 170 градусов. И ждем 20-25 минут.
Ну вот, дорогие друзья, готова наша шарлотка. Посмотрите, как она зажарилась. Давайте сейчас мы посмотрим, что там внутри. Но еще очень горячая. Пирог у нас получился. Всем приятного аппетита! С вами была Юля на своем канале «Сельская жизнь». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока! До новых встреч!